Медитеранео создала для марки Картузи Лаура Тоната, знаменитый итальянский парфюмер. Это атмосфера релакса, это атмосфера Средиземноморья и ярких-ярких впечатлений. Аромат гесперидный с нотами белого и зеленого чая. Этот аромат подходит для мужчин и для женщин, то есть он не женский, он унисекс. И очень популярный, потому что помимо банной линии духов есть у Картузи два варианта. То есть вариант туалетной воды, например, вот выглядит вот таким вот образом, 50 и 100 мл. И есть чистый парфюм. Парфюм идет 50 мл в спрее. Очень удобно, и парфюм более мягче, лучше округляется с кожей. Поэтому вот парфюмы почему-то как-то так вот больше на них акцент делают. Вот у Медитеране тоже есть парфюм, есть твердый парфюм, есть гели для душа, есть лосьоны для тела, есть мыло ручной работы, натуральное, и есть еще интерьерный аромат в спрее с ротанговыми палочками, и такой эксклюзивный именно с этим ароматом Медитеране спрей для белья. Вот, то есть очень-очень такая обширная банная линия. Основные ноты – это вербена, лимон, бергамот, зеленый чай, жасмин, ирис, кедр и роза.